Добрый день всем. У нас снова охота, очередной выезд. Пока сезон короткий. Выехали снова на фазана. Коровки нас провожают. А мы идем на поиски дичи. Мне кажется, его в болотах сейчас не будет. По старым местам пока фазана нет. Сейчас похолодало. Наверное, поменял место. Вот он. Есть. Силя, дай! Вот он. Больше в деревьях. Сейчас посмотрим. Собачка взяла. Максим, с полем. О, спасибо. Ну-ка покажи. Хорошенький такой, да? Да. Толстенький, увесистый. Так. Ну, сидел вот в таких вот деревьях. Наверное, он так и будет сейчас сидеть. Да. Каждый раз по-разному. То в деревьях, то в болоте. Сегодня прохладно. Наверное, будет все-таки в этом. Сидеть вот в таких вот жестких. Собака пока работает. Да. Ну, прошли самые злачные места прошлых нескольких выездов. Пока вот только. Ну, пока только один фазан. Ладно. Ищем дальше. Здесь прошлые разы были. Неплохо. Отстреливали. Тихо. По такому болоту приходится идти.
Но в болоте, как ни странно, их нет. Ну, чуть-чуть подшугали. Уже сейчас сезон в самом разгаре. Поэтому фазан уже пуганный. Идет, встает далеко. Несколько штук взлетели за пределами выстрела. То есть слышит и взлетает. Умный стал. Собачка работает, но пока ни одной стойки. Значит, фазана тут нет. Наверное, сидит вот в таких местах, как впереди. Будет. Ну, посмотрим. Обычно здесь мы уже берем неплохо, а сегодня в этот раз тишина. Ну да ладно, но то она и охота, чтобы каждый раз что-то менялось. Постоянный поиск, смена места. Ищем. Собака подняла фазана. Ну далеко, за кустами нам вообще не видно. Фазан есть, но сидит плотно. Что-то он как-то два раза крякнул. Вон. Вот. Вот я и говорю, что сидит плотно, до чего. Собака только подняла. Вот так вот без собаки ходите. Благо у Максима есть собака. Ходим с ней. Мой спаниель на пенсии уже 12 лет. После таких уже выездов болеет. После того, как клещ укусил. В общем. Без собаки тут делать нечего. Вот, видимо, зверьмак какой-то полакомился курочкой. Все в перышках. А мы идем дальше. Вот так. Чё, Макс, взял? О, еще взлетело где-то вон. Курочка по дальнему кругу пошла. Камыш высокий. Но с этого камыша уже два петуха и две курицы взлетело. Пойдем. Вот. Вот он. Мимо. Я тут с тобой общаюсь. Вот это я залез. Ну вот сколько камышей здесь? У меня 1,70 м роста. 1,73 м. И здесь еще столько же. 1,3 м. О, вот они. Сейчас встал. Никуда. В Алмате прошла выставка по охоте и рыбалке. Была. Ну, что-то я был на московской. Конечно, с алматинской вообще не сравнишь. Процентов
70 или 80, как сказать, бутиков, да, точек этих. Это ножевые магазины и ножевые заводы с России приехали. Ну, 70% всех. Чуть-чуть с сапогами было, чуть-чуть с охотой. Никаких тебе ни манков, ничего. С одеждой всего пару бутиков и... Ну, одежда такая, как везде во всех магазинах. Что-то российские эти... Российские заводы с одеждой не приехали к нам в Алмату. Наверное, считают, что мы не будем покупать. В общем, как-то все прошло совсем. Мало прикупил себе только шапочку для охоты красного цвета, чтобы видно было. И, ну, коль много ножей было, прикупил себе ножик. Потом попозже покажу. Не знаю, в таких и стрелять тяжело, и найти тяжело. Макс, ты что себе на этом, на выставке? Ничего вообще не купил? Ну вот я и говорю, что там толком ничего не было. Лёшка позаниче. Нет, нет, нет. По-моему, собака стойку делала. Дай! Нет. Просто остановилась, отдыхает. Нам уже кажется в любой момент, что это... Уже отвыкли, что надо с упорством фазана искать. Вот он. Ну, курочка, не буду стрелять. Кто там говорил? Курочка, курочек не надо стрелять. Вот, не стреляю. Только... Да. Только если видим уже. А так, ну, азарт. Во-первых, во-вторых, у нас фазана в достаточном количестве. Так что у нас нет такого, что курочек стрелять нельзя, поголовье вырастет. Нет. Будет благоприятные условия, вырастет. В этом году два раза, две кладки сделаем. Фазан хорошо дал потомство. А, три кладки в этом году. Вот Максим поправляет, он общался с егерем. У нас здесь знакомый. Они следят за поголовьем. Три кладки в год. В этом году, вот уже третий. То-то очень много мелких этого года. Тушков и курочек. Поэтому плодятся, развиваются. Все хорошо. Ну и мы помогаем, покупая путевки, помогаем оплачивать работу егерней. Вот они поля там, чуть дальше они поля кукурузные садят для дичи. Здесь фазан, кабан, елик, все присутствует. Так что все хорошо. Меня она. Ага. Что-то унюхала, что ли, здесь бегал, наверное. Щи-щи-щи. Силь, где фазан? Дай. 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 Нашел? Ой, увидел?
Вот она, Силя поймала, по-моему. Фу! Молодец! Умник! Умник! О, хорошая! К сожалению, курица. Ну, потранил, видите? Да. Видно было, она ее так развернула. А. Ну, как бы не совсем подранил. В голову прилетело. Ну вот. Хорошая курочка. Опять же, у нас можно курочек стрелять. А кто скажет, в чем они носят, в чем вы носите дичь в рюкзаке, когда ставите? То есть вот мы целлофановый пакет, чтобы кровью рюкзак не запачкать. Ну, тогда дичь принят. Кто в чем еще носит? Можете указать в комментариях. Потому что в целлофановом пакете что-то тоже. Они все влажные. Во! Там такие кушаки. А здесь. Ну вот в таких вот, вот в такой траве. Только курочки почему-то сидят. Сколько уже. Не первый год. Так, ну ладно, я пошел тогда, наверное. Силя далеко пошла. Вот она, петуха. А чё? Я б дал так не по... Если бы даже попал, не нашли бы, блин. Но... Так она за ним и бежала, хвостиком виляла. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, 5 или 6. А ничего ж не видно. Жди, может, еще взлетит. Нет. Вот он. Тут не видно попадать куда. Ты вышел? Макс, ты вышел, видишь? Потому что я, если пойду, сейчас может взлететь. Смотри. Ах, блин. Вот еще. Макс, ну. Есть. Ну вот, зашли в курятник. Ну там вообще реально ничего не видно. Максим в одну попал. Выбил. Ну не признался, что подранок. Собака пошла, нашла. Максим, а зачем ты хвост вытаскиваешь? А чтоб не торчал. Чтоб удобно, да, было. Угу. А пакет, ну, во-первых, потому что крови не испачкать, во-вторых, на них иногда бывает очень много клещей. И в прошлом году потом с меня в больнице 2 клеща сняли. Ага, даже так. Которые переползли. И вот больше нет желания.
Вот она чё. Ай. Ну да. Силя. У нас... А, подожди, сегодня... Сегодня у нас 16 ноября. 17 ноября, да? У Максима жены день рождения. 17 же? Еще ничего не путаю. Вот, а мы приехали, совместили приятное с полезным. Сами на охоту. А жены там сейчас подготавливают стол. Будем трапезничать. Чего и всем желаю. Сидеть не в кафе, не где-то не по ресторанам, а выезжать вот так на природу. У меня двое маленьких детей. Сравнительно маленьких. У Максима уже подрастает. Вот учим. Сейчас остановились у егеря, выписывали путевки. Предложил нам вот этого. От Дратхара. Ну, у него щенки. Родились, рождаться, да, должны родиться. Да, и еще от одного помета старый один, двухмесячный, вот я взял. Не знаю теперь, сколько предстоит и обучать сил и времени, ну, дополнительно. Собаку на охоту надо. К сожалению, опять курочка. Солнце уже заходит. Осенний день, короток. Наша охота подходит к концу. Что-то мы первый раз даже лицензию не закрыли. Фазан в гуще сидит. Неудобно брать. Часто даже не видишь, где вылетает, только слышно. Вот, к сожалению, не получилось заснять. Как стреляю. Ну вот фазан. Здесь не найдешь его. Та-дам! Вот он где висит, красавец. Долго мы за ним ходили. Так. Как его доставать? Зацепился. Оп! Вот он хороший петушок какой. Красивый. Длинный хвост. Так что все замечательно. Ну, это подходит к завершению наша охота. В принципе, отохотились нормально. Прошлись, воздухом подышали. Фазанчиков на ужин настреляли. Сейчас вот еще под конец парочку взяли. Ну, по лицензиям, конечно, чуть-чуть не закрыли, да, не хватило. Ну, а так фазан сидит в таких местах, что туда, даже если зайдешь, то тяжело его даже не видно. Это во-первых, во-вторых, невозможно найти потом дичь. Даже с собакой. Поэтому, ну, прошли замечательно. Последние, наверное, осенние деньки нас погодой балует в этот раз. Только-только вот минусовые пошли температуры ночью. Водичка кое-где вот подзамерзла. Ну вот так, с полем. Всем удачи, всем счастливо. До свидания.